В Одесской области лабораторно подтвердили еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, заболевших в регионе уже 14 человек. Накануне их было 12. Вчера, напомню, диагноз обнаружили у жительницы села Усатова 65-го года рождения. По ее словам, за границу она не выезжала и с больными не контактировала. Также на этой неделе подтвердили случай заболевания депутата Южнинского горсовета. 46-летний мужчина вернулся из-за границы и почувствовал симптомы опасной болезни. Он обратился к семейному врачу и затем его отправили в больницу. Причем до этого депутат контактировал почти с 40 людьми.